Как видишь, приходится сражаться. Они здесь. Мы нашли вход. Будем на месте. Залезем на балкон, подогнав повозку. Рыцарь, помогите загнать на место. Вперед. Наверх. Дэви, нет. Ты останешься. Рани, я должна быть рядом. Ты всегда рядом, дитя. А он и его помощник? Послушай меня. Разве ты не знаешь, как дорога мне? Так почему ты меня гонишь? Ты продолжишь мое дело, если со мной что-то случится. Не говори так. Дэви, вы мне не верите, но я буду защищать вашу королеву. Это мой долг. Смотрите у меня. С этой девушкой лучше не ссориться. Цель поражена! Охранники! Вот они, на балконе! Сотрудник компании убит. Пойдемте внутрь, пока не явились другие охранники. Заряжаю! Стрелок,
Заряжаю! Сотрудник компании убит! Я перезаряжаю! 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 Они наверху! Вперед! Они прямо тут! Я тебя прикрою! Один из них рядом! Внимание! Вот дьявол! Мне нужны патроны! Цель поражена! Вроде бы это все. Подмога может нагрянуть в любой момент. Идемте. Вперед. Дорогой Джейкоб, наш общий друг рекомендовал мне связаться с вами до моего прибытия в Англию. Хотя поначалу наше предприятие было под угрозой неудачи, сейчас все идет как задумано. Местные власти легко поддаются убеждению, все ключевые люди получили достойную компенсацию и не будут создавать нам затруднений. Однако наши сотрудники до сих пор встречают сопротивление со стороны отдельных групп на территории индийских колоний. Хотя эти их эскапады по большей части остаются безрезультатными, собственности компании все же был нанесен некоторый материальный урон, который будет сложно компенсировать. Но все же мы надеемся в самом скором времени взять ситуацию под контроль. Я также надеюсь, что и ваши проблемы в этом регионе решаются. Жду встречи в Англии.
Рыцарь, вы чего дожидаетесь?